Так, начинаем отливку свинцом женщины. Аминат. От злого колдовства, проклятия, заклятий по жизни, по роду, сглазов, порч, чужих злых пожеланий, лярв, бесов, сущностей, эгрегоров несчастья и болезней, крадников, подкрадников, рассорников, злых воздействий, перекладов болезни, перекладов несчастья, перекладов судьбы, перекладов бесов, родовых бесов, от родственного колдовства, от зависти чужой, от вампирских подключений. Батюшка, свинец, помоги очистить. Аминат. Силы неба, силы земли, силы огня, силы воды, помогите очистить. Силы ночи, силы луны, заберите весь негатив и очистите ее полностью. Силы четырех ветров, батюшка, северный ветер, помоги очистить ее. Батюшка, южный ветер, помоги очистить. Батюшка, западный ветер. Батюшка, восточный ветер. Чувствуем. Восточный ветер отзывается. Это хорошо. Сильный магический ветер. Давайте посмотрим. Свинец растаял. Канал открылись. Посмотрим узоры на свинце. На лице маску одели. Маску чужую, некрасивую. Пытаются похитить красоту. На плечах груз лежит. Прямо как будто тюки. Тюки явно с чужим барахлом. Рука левая, прямо череп, ну, как браслет с черепом одели. На левой руке перчатку. Сердце прямо, даже это не игла, а такой вот как колышек, черный колышек. Из желудка откачивают энергию, и здесь прямо, ну вот, я бы сказал, бес сидит. И вот больше он в правую сторону направляет. То есть какой-то мужчина вампирит. Пах закрыт полностью. Здесь несколько печатей. И они и от мужчины, и от женщин прямо блокируют. Видимо, специально блокируют ее на ногах. Как будто колючая проволока. Опоясывает по колено прямо. Так, батюшка-свинец, помоги очистить полностью от всех злых воздействий, вернуть всем злодеям в десятикратном размере. Берем щепотку соли, бросаем в огонь. Батюшка, огонь, сожги весь негатив. Крадники, подкрадники, рассорники, злые воздействия верни тем, кто желал ей зла. Мороки, оморочки, землю открой, небо. Открой дороги и пути, открой счастье, любовь. Берем щепотку заговоренной муки, чтобы открыть поток благосостояния, благополучия, удачи, финансовый, денежный поток, счастья, радости, любви в жизни. Берем 3 щепотки заговоренной соли, бросаем в чашу с водой. Матушка, вода, омой, очисти с ними все злое колдовство. Фотография ее лежит здесь, под этой чашей. Голова строго север, ноги юг, запад, восток. Матушка, вода, помоги. Берем щепотку соли, бросаем в свинец. Батюшка, свинец, помоги. Пройдемся по прошлому, соберем проклятие по жизни, по роду, сглазы, порчи, заговоры, наговоры, злое черное колдовство. Злые колдовские шпатки, крадники, подкрадники, ведьмские мешочки, рассорники, привязки, завязки, привороты, навороты, окормы, опои, печати, знаки, метки от людей, от сущностей, которые могут притягивать в ее жизнь, проблемы, неприятности, болезни. Чужие злые пожелания, злые слова, косые взгляды, злые мысли, программы от эгрегоров, от людей, жадность, чужую злобу, зависть. Переклады болезни, переклады несчастья, переклады судьбы, переклады бесов, родовые бесы. От эгрегоров болезней, бедности, несчастья, одиночества, безденежья, всех лярв, бесов, подселенцев, подключенцев, инсектоидных, рептилоидных, демонических, некротических, бесовских сущностей, инкубов, суккубов, стихийных духов. Небо над ней откроем, землю от всего плохого и злого. Давайте пройдемся по роду матери, соберем проклятие, заклятие. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое поколение. По роду отца. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое поколение. Батюшка, свинец, помоги. Черноты много над головой вообще. Небо над головой очищаем. Полностью открываем от эгрегоров, от злых людей. С головы мороки, оморочки, программы злые. С печени, желудка. Руки, канал удачи. Сердце, ноги, руки. Земля, чтобы носимо было. Небо от всего плохого и злого. Отливаем. Ох, бахает тогда это. Ой, сверху эгрегор. И смотрите, прямо бесы сидят. В голову шипы и маску надели, действительно, прямо как приварили. На тело накинули, то есть это что-то на одежду, чтобы вот прямо и сердце было закрыто, и горло, и все остальное. Видите, сущности на плечах, под руками, под ногами. Все это снимаем. Смотрим, что свинец вытащил из ее пространства. Так, пух, ох, тут смотри, как прямо накрутили, навертели. Так, на шее хомут, на голове прямо сердце, черные камни, черные могильные камни. Или гранитное колдовство, желудок, печень, грудь, позвоночник, плечи, руки, пах, колени, стопы. Здесь вот прямо каждый орган, каждый сустав решили накрыть. Корень рода. Здесь, ох, тут он изворочен, извернут. Вот, здесь, смотрите, в принципе, хороший, но здесь прямо вот бьют по здоровью. Прямо удар вот там, вот видите.
идет. Здесь мужчина колдовал и две женщины. Всю эту дрянь снимаем. Здесь все прямо специально запутано. Здесь надо сейчас разбираться, прямо распутывать эти узлы. Распутывать и возвращать. С головы, шеи, сердца, желудка, с печени, суставов, с рук, с ног все это снимаем. Теперь надо вызвать ее образ, прокачать потоками силы земли и силы неба. И поставить защиту. Все драгоценное, нужно действовать.